Балык Сердагы. Сердагы. Попробуйте сказать. Балык Сердагы – это относится к зоне Азербайджана, это блюдо относится к зоне Азербайджана, где проживают такой народ, как талыши. Поэтому, ну, оно как бы больше такое, к той стороне Азербайджана относится, естественно, там более популярно. Вот. Здесь зафаршированы овощи, каждый может по вкусу добавить, зафаршировать, зашить. Вышки до сих пор мы их не раскрывали. Тут, как бы, в данном случае у нас тут помидоры и лук жареный. Обжарено, все зашито, и в духовке все для вас. А какая рыба, да? Рыба сазан. А у вас там будет сазан ходит? У нас каких только рыб не было. Сазан? Сазан есть. Тоже будет. Но он тоже в Каспии водится, да? Тоже в Каспии водится. Сазан есть, 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 точно знаю. Ну, также есть, по-моему, если я не ошибаюсь, это же не обязательно сазан, любая большая крупная рыба, которую можно заложить вот это вот все и зашить, это тоже будет считаться балык сердагы. Я поняла, музыка, именно музыка, вот что спасет меня от тоски и одиночества. Я нашла свое предназначение, концерты, конкурсы, выступления, творческая жизнь моя закипела. Я поступила в Хабаровский государственный институт культуры. Каждая девочка – это будущая мать, а мать – это продолжение человечества. У кыргызов неспроста появилась пословица «Кызга кыймыгол тыю». Для девушек существует запрет в 40 домах. Достойное воспитание дочерей, их приучение к порядку и уважению. В большой семье, где соблюдается традиция, родилась наша прекрасная Бурзина. Росла девочкой умной и красивой, впитывая в себя всю свою национальную цель.